Продолжаем выпуск. Звездные мамочки вовсю обсуждают пост певицы Глюкозы про воспитание детей. Артистка считает, что современным детям нужно давать больше свободы. Аша Матай, например, с этим не согласна. К спору тут же подключились Али Акапов и Дастан Уразбеков. В нас они ищут исключительно поддержку. Невозможно прожить за них жизнь, уберечь от всего. Но в наших силах научить справляться с проблемами, неудачами, поражениями, комплексами. Глюкоза в воспитании двух дочек приняла позицию «мама-друг». Певица старается не навязывать свое мнение, а лишь аккуратно корректирует выбор детей. Поразмышлял на эту тему и Али Акапов. Даже не имея сейчас семьи и детей, артист уже наметил себе родительский путь. Ну, когда я буду отцом, я также буду справедлив, надеюсь. Строг там, где нужно, но свобода будет в первую очередь. Без пяти минут дважды папа Дастан Уразбеков считает, что диалог – это самое верное решение проблем отцов и детей. Даже когда ты строг, ты должен объяснить, почему ты строг. Или когда ты его балуешь, ты должен объяснить, почему ты его балуешь. Аша Матай своей малышке Асылым уже с рождения дала понять, мама у нее персонаж строгий, но вот папа. У нас в семье Арман очень добрый к нашей дочери, а он выбрал такую роль, как бы он и сам по себе очень мягкий. А я немного строговата, даже если дочь маленькая, нам скоро будет 11 месяцев, я уже сейчас начинаю с ней как бы строго разговаривать. Певица Дыми в этом вопросе расслабляться совсем нельзя. Воспитывая 9-летнего Диара самостоятельно, артистка опасается положения, как говорят, на шею сел. Ну, я считаю, что как в советское время должен быть и кнут, и пряник. То есть у нас папа пряник, потому что, ну, видит его редко, он работает в другом городе. Поэтому, ну, мне остается быть кнутом. Но в одном звездное родительское собрание было единогласно. Воспитывать все-таки следует в первую очередь себя.